еще идет здесь профессиональная видеосъемка, так что я буду говорить потише, чтобы успевать процесс. Вот эта вот заготовка должна одеться на эту трубу. Мы уже вон одну заготовку прогнали. Сейчас вот эта заготовка, которую гнет Кирилл, должна состыковаться вот с этой. Поехали. Меряем относительно трубы заготовка 90 градусов. Так, дальше мы будем гнуть заготовки уже большего диаметра. Это будет уже показано в следующем видео. Так, ну вот заготовки импульса. Удалось мне добраться до трубы. Вот стык получился у сегмента. Ровненький. Все. Толщина заготовки 16 миллиметров. Тоже для импульса снимаем шаг 400 между кромок по чертежу. Все.